Шимченко. Черные тренировки Павел Гладкий, клуб «Земляне». Хорошо, молодец. Бей! Бей, не бойся. Хорошо, молодец, Макушевский. Молодец. Давай встань. Сам давай. Давай встань, все. Выталкивай его. Давай сам. Бей. Выталкивай. Хорошо, молодец. Бросай, хорошо. Хорошо. Вот, давай. Отпускай его. Не лети, Макушевский. Толкай. Хорошо, молодец. Макушевский, все, не лети, силы не трать. Не лети, тебе сказали. Не лети. Отдохни спокойно, подергай. Не лети, не лети. Дергай. Руки на месте. Бросай что-нибудь. Хорошо, молодец. Поплыл. Поплыл. Бросай. Бросай. Бросай, бросай. Руки на месте. Давай работаем, Макушев. Нормально, нет. Хорошо. Бросай, поднимай. Выкидывай. Выкидывай. Передние ножки приседай. Бросай, бросай. Работай! Бросай! Бросай! Хорошо, молодец! Еще туда же его и все! Еще туда же его и все! Выталкивай! Выталкивай его! Выталкивай! Молодец! Вставай, выключу! Победу в раунде и в бою одержал боец красной экипировки Владислав Макушевский.